Ты за самый тормоз ухватилась. Я ж тебе сказал. Держи. Надевай. Ты же уже забыла. Гори вокруг, что надо делать. Только не на солнце. Нет, солнце. Лена, делай сразу объявление. Вот о чем я сейчас говорил, вы дома посудите, скажите, в распорядке дня где-то нельзя изменить, а где-то можно. Знаете, вот стандартное мышление, оно не дает продвигаться человеку. Есть такая книга «Безумие, кажется, пахаря», так, Игорь, называется? В Америке один, что пахать не надо землю, когда она была распахана и пшеница росла. Начались пыльные бури во время, когда поднятие целины было. Миллионы тонн земли унесло в Индийский океан, самого плодородного слоя. Приходили агрономы, забивали колышки, ну, метко, приходят на сантиметр ниже. Срывало. Лесополос не было, сейчас лесополосы. Значит, научились, и особая техника сразу, одновременно. Зерно идет в землю. И в любом вопросе так же, и в исследовании Слова Божия. Вот прошел сколько тут? Ну, кончилась школа, это занятие. Дети дома бегают. По одному стиху Писания вы можете детям дать заучить. Один стих в день. А на завтра другой стих, и этот повторить. Память-то у него засыхает. И он ничего не знает. А у него-то там как пластилин все отпечатывается. Они бегают. И сегодня вот возьми их где-то, ну, бывает так, детей похищают и учат. Я смотрел. Его взяли, ну, игиловцы, запрещенная политическая партия исламистов. Он домой. Ребенка, когда там было, сумели вырвать. Ему 5 лет. И они ничего, родители, уже не могут сделать с ним. Он у них был несколько месяцев, ребенок. Он ничего не может сделать, отец. И мать говорит, мать ему садись за стол. Он берет там, что у него есть, палку, подходит к отцу, ножом машет по горлу. Им дают пистолет и заставляют противников стрелять. Ну, скажешь, это на зло, но и на добро точно так же. Но сейчас, допустим, потерялась корова. Да. Послали Степу. Степа пошел, коровы нету. Смотрит, какой-то дед стоит. Что он будет делать вот конкретно? Ну не он только, любого из нас возьми, мы когда в таком возрасте были. Что ты будешь делать? Ну, если опасности нету, рванул добежать домой. Если телефон нажал, там кнопку кто-то чужой. Еще что, поздороваться, а можно не здороваться, убежать. Монах в синих штанах. А он видит это инок. Сразу подошел, да благословился. Одета одежда, вот он инок стоит. Благословился. А что ты здесь? Лошадь потерялась. Лошадь. У другого сокол потерялся. И сокол найдется. А теперь благословил. И вы знаете, о ком я говорю? Кто знает? Подними руку. Сергей Радонежский. Варфоломейка. Сергей Радонежский, будущий. Варфоломей. А у меня дома родители. Их бы надо благословить. Даже ни один сегодня об этом не подумает. А что такое благословение? Ему надо ребенку показать. Благословение – это значит угодно Богу. Богу. А мы-то просим, вот мне надо сейчас вот это. Это будет благословение, если так Бог сделает. А бывает и не надо. Чтобы не по-нашему. И это будет благословение. А войны бы не было. Войны не было, мы не знаем, вообще была бы жизнь в России. А Господь вот так сделал, назначил под Москву, подошли и так дальше. Есть какая-то у нас здесь
вопросы решает такие. Ничего нету. Я говорю, мы были в Москве, и как раз Покров был, 14 октября. Зашли в греческую церковь. Вера-то от греков. У них никак, даже не поминаются. Ну, Покров, великий праздник у православных, Покровский собор. Ну, хоть как-то, он говорит, никак. А что это за событие? Что? Почему, если мы привыкли Покров, я неоднократно говорил, ну, голос мой не услышали, почему не поставить, разблокировали Ленинград? Ну, миллион на кладбище отправили. Это радость неописуемая была. Войска прорвали оборону, Манштейна смели. Наконец-то свободно вздохнули. Ну, или Сталинград, или Курская битва. Почему их не отметить-то? Чем для нас ближе? То там та же враг был. И там я видел только юродивый. И, а ты видишь? Не вижу. Ну, видел на Покров Божьей Матери. А это чей был Покров? Не Божьей Матери. Сколько монастырей молились. Каждый молился за своих родных и близких, которые, ну реально, не талантливые мы совсем. По-прежнему там, в том-то веке, там-то было так. А эти события, речь идет о миллионах. От нас скрывает цифру сталинградскую. Речь идет о миллионах. Сегодня только приоткрывает эту тайну, сколько погибало людей. Почему, как прорвали оборону, окружение, Паулюс сдался, почему это было не отметить? Я не за это, ну... Там есть вверху, которые понимают. Это близко, понятно. Живые люди, как бессмертный полк. Там внуки еще сегодня бы, как они приложили сердце. Мы молились, было видение на небе. Пишут об этом. Видение Божьей Матери. Я беру такие примеры, которые ну, реально сегодня уже касаются здесь. Если человек там в верхах, который есть, высказал мнение о том, что вот этого не должно быть, его со всех сторон все старались. Андрей Кураев сказал там это, голубое лобби. Его буквально все акафисты составляют, чтобы его задушили. Конца края нету. Он сказал правду, к нему обратились. Потому что воспитатели над семинаристами изгаляются. Даже говорить страшно, что было. И он говорит, и он знает. И дальше говорит, за 2000 в России 1000 лет, а так-то 2000 лет христианства, ни один мирянин не был канонизирован. Ну, мирянин – это неправильное название, но если только не был казнен. А вот монаши, они все идут там в небо. Самый плохой монах лучше самого хорошего христианина. Это они все придумали. Нигде этого нету. Бог на это не будет смотреть. Это прямо пишут. Прямо. А почему, говорит, не канонизировать человека, который работал на таможне и взятки не брал? Это вообще. Или был христианин, вырастил... Таких христиан, которые работают, и не бросили работу отца, продолжают землю обрабатывать. И, ну такое же все, чтобы по-божески было-то. Мы не талантливые, да не стремимся к этому. Я вижу, вот сейчас видели, как одним гнездом сразу все отмехнулись и пошли. Их нету ни там, ни здесь, нигде нету. Просто некуда больше податься. Если бы была открыта Старообрядческая церковь, могли бы там как-то пойти или куда-то. Я не осуждаю их, я просто говорю, что эта трагедия, она уже совершилась. И призвать не... Как призвать, когда все известно и слышно? И всякая неправда будет прилипать. Прилипать. Даже он сам не знает. Я принял это, мне сказали, но ты почему не вопросил Бога? Вот представь себе, семья, жена перехватила инициативу, ребятишек там десятеро, к примеру сказать. Ни один ребенок не восстал. И сказал, да куда я пойду из православной веры? Постов нету, кресты снимал. Не пойду никуда. И каждый день говорила, что она сделает с ним? Беду какую-то сделает? Нет. И один ребенок, он бы мог повернуть все. Нету, все как один сразу отпахнуло, как будто никогда не было. Ходили здесь в храме, стояли, причащались, хорошие дети. Это наше. Я уж не говорю о том, что у нас благовестие, это мы даже не замечаем, как широко. Представьте, это наш благовестник. Париже. Вообще нереально. Наша благовестница в Нью-Йорке. Наши благовестники перечисляем где. Люди едут за моря. Может быть, и не главное женить бы для них. Главное, это для благовестия. Мы еще это не разбирали. Может быть, и так. Поэтому у Бога надо просить милости, чтобы раздвинул этот горизонт замкнутости у нас потеряете. Иногда обвиняют, что вы вот тут консервацию такую сделали. Хотя это неправда. Дети учатся в городе. Речь идет о благовестии.
И нас в этом иногда могут они задеть. А сегодня вы благовествуете где-то, где-то. Никуда я не еду больше. Считай, ресурс исчерпан. Ну, а вы сами так подумайте. Может быть, воскресенье-то. Вот вы два брата. Свободно бываете? Нет? Или сепарируешь, сепаратист? Да благословит Господь избрать такой путь, который все время нас будет возгревать. И это Бог открывает на молитве. Что я говорю, это может никакой ролики для тебя уже не играет. Может быть, ты давно уже не просто не ходишь на занятия, отстал. И не просто отстал, а в другом направлении пошел и не знаешь куда. Но это я реально. Боль моя не перестает от этого. Где-то я с кем-то был, преподавал, с преподавателями встречаюсь. Он говорит, я все помню. Встречаюсь с генералом милиции, прокуратуры. Вот Бог так делает. На остановке, и он подошел. А я помню, как вы все это говорили. Он был, он сидел. Принял, не принял, я уже не спрашиваю. Другой полковник тоже стоит на остановке. Куда? Да на дачу не хватает. Ему не хватает, полковнику, пенсии. А боги, я у них в училище... Я это все помню. Я помню. Вы правильный путь избрали. Понимаете, ваша версия оказалась верной версией. Что сейчас вот купели строят и прочее. Трудно идти против рожна. А рожно иногда ставит сатана. Разбивать это надо. И ты предложения какие-то выноси. Вот здесь вы мастера, все это знаете, строите. Как людям донести это? У нас, вот Игорь говорил, там эти по воде-то могут приехать. Не приехали. Нам говорили, в субботу приедет тоже по прудам, никто не приехал. А если приедут? А если приедут, мы сумеем в их задачу войти с нашим вопросом. А знаете ли вы Бога? Бог спасает. И вам не спасти. Вчера читаю в интернете. Город Новосибирск. У них трое ребятишек, они приехали купаться. 12 лет девочки купаются. И она стоит, вот такой ребенок, там 3 годика. Город Новосибирск. И в это время она, я, говорит, отдалилась, и что-то там у машины там было. Секунды буквально, слышу крик. Девочка эта трехлетняя туда, быстрое течение подхватила, она сразу под водой скрылась. Понятно, она потеряла ее навсегда. И в это время вдруг из воды выныривает мужчина с этой девочкой в руках, поставил. И она ничего, только муж запомнил, что у него бородка была. И он сразу в машину, но мужу он успел сказать, говорит, я с работы пришел откупнуться. И он рядом был здесь, он нырнул ее, подхватил, вытащил. Она, найдите мне его, кто-то, чтобы... Я хочу, чтобы он крестным был у моей дочери. То есть, героем на подвиг Господь избирает. Он мог не прибыть. Она говорит, я бы не пережила это. Это горе. Горе-то горе. А мы-то где были, если рядом были-то? Интересно, иногда человека судят, а что у него в карманах? А что в карманах? Я иду... Начальник в зоне. А ну-ка иди. Я подошел. Слушай, батюшка, это ты верующий, да? Что ты так раздутый, как пузырь? А у меня все просфоры с собой. Потому что там утащат. И вот так вот посмотрел. И правда, я вытащил. А что там внутри? Да там ничего нету. Это благодать моя. Понятно? А они замещают, видят, спрашивают. А тут я ему маленько успел и сказать. Потому что это самый злобный человек. Режимный оперативный работник. РОР. Долотбаев, кажется. Сколько раз покушение было, то в окно выскочит, останется живой. Но и сказал, рано или поздно тебя крышкой стукнет по башке. Он, ну, просто убивает людей. Ну, там все что-то не так сказал, не так сделал-то. Ко мне пальцем не притрагивались. Плохо, что КГБ, но, однако, печать поставили, линию какую-то, чтобы не прикасались даже, и меня ни разу не тронули. И поэтому заранее я думал, их как бы... По-простому-то, мне бы передачки, а тут передатчик никаких не передают. Оказывается, жизнь спасали из этой передачки. И заранее сказать, ну никак нельзя. На нас напал, ну прямо напал Роспотребнадзор 2 года назад. Вот 19-го будет, лагерь закрытый. 19-го. 2 года будет. Конечно, как бы печально, но мы среагировали очень быстро. 2 года. Теперь как мы благодарны этому Роспотребнадзору. Мы бы сейчас еще там были. И комарья-то какое сегодня, сколько было. И мы здесь в комнатах, все закрыто, всякая аппаратура, и печь, и холодильники. Господи, слава тебе. Сейчас вот этот прокурор нападает там. За этим неизвестно что. Умягчи его сердце Максима этого. Господи, устрой как угодно.
И вдруг пришел ответ, и разные там какие-то кавычки. Алексей считал до половины, ну ладно, пропускай. Пункты. Ну что? Что у меня должно быть высшее юридическое образование. А срок до понедельника, 9-го, кажется. Я не успею за одну неделю 5 курсов пройти. Севастьяну направили. Что за этим, я не знаю. А если сейчас пригонят, технику сломают, ну ничего не сделаешь. Ну только это не надо делать. Это будет иметь последствия самые печальные для кого-то. Самые нехорошие. И поэтому я прошу, но в конце, да будет воля твоя. А сам думаю, хорошо бы моя воля была. Подправь, Господи, маленько как. Надо согласиться, заранее настроиться на это. И Богу нашему слава. Аминь. Спаси, Христос. Сегодня я грежу. У меня ошейника 3 по деревне сейчас раскиданы, он снимает, когда будет, он снимает. Новые сети, ну где-то где, ну никто не знает. А ты его вот сюда вот проведи по одной, А вот здесь вот, ну вы только взяли, я только побежал.